Приднестровские яблоки будут продаваться в Европе. Сегодня сразу две агрофирмы получили международный сертификат качества, который открывает новые рынки для наших садоводов. Подробности у Аллы Горбатенко. В огромном цеху свежий яблочный аромат. Даже не верится, что февраль на календаре. Яблоки будто только с ветки сняли. Сначала их моют, просушивают и пропускают через компьютерный сортировщик. Он автоматически распределяет фрукты по размеру. В каждом ящике должен быть один калибр. Мы, значит, каждый день по 2-3 машины отгружаем на Россию. Это Ленинград, Екатеринбург, Москва. Сегодня куда идет отгрузка? Сегодня отгрузка идет на Екатеринбург. Вас поздравляю. Желаем всего самого наилучшего. Скоро приднестровские яблоки появятся и на европейских прилавках. Руководителям двух наших компаний сегодня вручили международный сертификат качества Global Gap. Документ, который дает право на торговлю с десятками стран Евросоюза, Персидского залива и даже Южной Африки. А еще расширяет возможности сотрудничества с российскими торговыми сетями. В России наши предприятия работают, но они поставляли это на оптовые рынки. Наличие сертификата Global Gap позволяет избегать посредников и реализовывать свою продукцию напрямую в сети. Это, во-первых, более высокая цена. Во-вторых, это все-таки гарантированные объемы поставки в течение всего сезона. Чтобы продукция могла получить международный сертификат Global Gap, она должна соответствовать определенным стандартам качества. К слову, таких стандартов более 200. Но самый главный, например, яблоко должно быть безопасным для покупателя, а для этого учитываются даже условия, в которых работают сотрудники. Маски – это сейчас в пандемию, перчатки и спецодежда. Имеет значение даже то, есть ли в саду и в поле туалет и раковина с водой и мылом. Урожай должны собирать только чистые руки. Проверяют также качество почвы и воды, которой поливают растения, и наличие пестицидов в плодах. По сути, международная экспертиза охватывает все этапы – от выращивания до отправки к потребителю готовой продукции. Мы отрабатывали годами нашу технологическую карту, применяли только самые качественные препараты. И основное перед тем, как получить сертификат, это были анализы уровня содержания в яблоках пестицидов. Мы анализы делали в итальянской лаборатории, получили сертификат, поэтому мы с гордостью можем сказать, что наш продукт безопасен. Global Gap в переводе звучит как стандарт по добросовестной сельскохозяйственной практике. Пока он есть только у двух приднестровских компаний. Обе уже готовят к международной сертификации и другие фрукты, которые выращивают в своих садах. Сливы, абрикосы, черешню. Алла Горбатенко, Игорь Мацота, ТСВ.